Дорогие харьковчане, сегодня 28-й день войны. 28 дней наша армия вместе с территориальной обороной, вместе со всеми горожанами обороняет город-герой Харьков. 1143 объекта нашей инфраструктуры за это время российские войска разрушили. Из них 998 жилых домов. Но наши коммунальники, волонтеры восстанавливают все, что сегодня мы имеем возможность восстановить. Мы по-прежнему подаем воду в дома. Мы по-прежнему организовываем подачу тепла в дома харьковчан. Дорогие харьковчане, я знаю, как эмоционально тяжело. Как тяжело физически, как тяжело держаться. Но мы вместе делаем все возможное, чтобы Харьков держался, выдержал и победил. Вы знаете, вчера я заехал в сквер Стрелка, любимое место харьковчан. И вдохнул глоток мирной жизни, жизни, к которой мы с вами привыкли. Стояла небольшая очередь за кофе, люди ездили на велосипеде, кто-то отдыхал под весенним солнышком на скамейках, кто-то кормил уток и голубей. И это у нас с вами будет, обязательно будет. Мы этот вызов пройдем, мы победим в этой войне, мы выдержим, мы вместе, мы харьковчане.